Бывшее здание школы номер 218 станет жилым домом. Основные работы строители планируют завершить к Новому году. Положение дел на объекте проверил мэр Заречного Вячеслав Гладков. Те жители, которые приобрели квартиры, заплатили часть денег, и некоторые все, они, безусловно, очень меня волнуют, чтобы у них было как меньше вопросов, проблем. Сейчас полным ходом идут работы в части здания, которую строители называют пристроем. В ближайшее время они планируют перейти с фундамента на этажи. Через неделю мы его перекрываем, и темп уже поэтажный будет 5-6 дней, максимум неделя этаж. Это все монолит, монолитная заливка, основные конструкции уже готовы. Параллельно ведутся работы в балконной части здания. Подрядчик планирует доделать фасад в конце августа, начале сентября. По проекту старый новый дом должен получиться просторным и максимально комфортным для будущих жильцов. Замечательный район, потому что старый центр города, большой просторный двор будет у этого дома, очень спокойная улица. И очень хотелось бы, чтобы качество выполняемых работ было на высоте. Ход работ и их качество на личном контроле Вячеслава Гладкова. Он будет регулярно проводить проверки на социально значимом строительном объекте. Ксения Трина, Сергей Путинцев, телерадио, компания «Заречный».